Сегодня Новый год. Праздник. Честно, я давно ничего не праздную. Зачем? Ведь праздник — это тогда, когда есть с кем его разделить. А я один, и мне никто не нужен. Пока люди суетятся, спешат и злятся, я буду пользоваться этим. Шесть, пять, четыре, три, два, один. Ура! С Новым годом! Родные мои, ура! А, подарки, они вон там. Все подписаны. Мам, а можно посмотреть салют? Нет. Ну, мам, да раскрой ты уже эти шторы. Ну, хорошо. Ну что, довольны? Ну, спасибо. С Новым годом, мама. Который еще не наступил. Ой. Ну, хотя бы подарки распакуйте, что ли. Конечно. Сейчас, сейчас, сейчас. Где мой? А вот это... Да. Има! Это же приставка! Телефон и часы. Но ты же не разрешаешь. Теперь можно. Спасибо тебе большое. Пожалуйста. Сказали, что здесь хорошая камера. Теперь можешь выкладывать свои посты. Спасибо. Мама, ну хватит уже работать. Сегодня же Новый год. Ты же не таксист. Не таксист? Я Снегурочка. Снегурочка не работа. Снегурочка очень даже работа. Тем более в такую волшебную ночь. Нифига она не волшебная. А ну не выражаться. Приставка есть, а игры где? В смысле, игры? Приставку подарила, а игр не купила. Что мне с ней делать, а? Мама, облом. Еще какой? Не нужен мне ваш Новый год. Ма, я дам на сотке поиграться. Ну да, у меня и времени нет искать игры. Сынок, ну ты чего? Не трогай, у тебя руки холодные. Заходи. Прикрой дверь. Как? Да, жив. Принимай партию. Ну-ка, давай.
и все на чипах. Да ладно, не парься. На запчасти возьми. Запеленгует ведь. Ну, что ты цену набиваешь? Я заглушил давно уже. Буду набивать. Сегодня Новый год как-никак. Так что для всех цены выросли, а для тебя упали. Наглее, а? И это все? Ненужной суммы не хватит? Если что не так, милости просим другим. Ты как всегда. Слушай, зачем тебе деньги вообще? Жены нет, семьи нет. А муж есть? 5 лет на зоне был, ага. Нашел бы себе девушку. Женился, все как положено, там дети, мети, все такое. А мне одному хорошо. Хоть раз бы в Новый год поверил в чудо. А ты что сегодня такой ниже стал, а? Да жалко тебя. Ты лучше себя пожалей. А я в чудеса не верю. Давай, береги себя. А в чудеса верить надо. Пап? Пап, ты меня слышишь? Я твоя дочь Карина. Пап. Ты очень красивая. Ты мне всегда об этом твердишь. Вот только в последнее время забываешь о простых вещах. Я многое помню. Я с Гагарином сидел за одним столом. Ты веришь мне? Конечно, верю. А мне никто не верит. Выпей лекарство, пожалуйста. Опять лекарство? Угу. Нужно присмотреть за внуками. За кем? У тебя есть внуки. Дана и Али. Нужно присмотреть, чтобы они не вышли из дома. Присмотрю. Мам, стучаться. Сейчас. Ты до сих пор не одета, что ли? Я сейчас оденусь быстро, а ты пока посиди, пожалуйста. Ты чего трубку не берешь? Ну, на беззвучном был телефон. Все время тебя жду, Кай. Ассаламу алейкум, дедуля. Ты знаешь, кто я? Знаю я, кто. Дедушка, дедушка. А ты кто? Я? Дед Мороз? В том году был зайчиком. Тигром надо быть. Всегда. Кто бы говорил, космонавт. Карин, давай быстрее! А что вы нам принесли? Я же вам подарки принес, сейчас. Сейчас. Че, лоханулся? Карин, давай быстрее, а? Пошли. Ты что, еще не накрасилась? По дороге, пошли. Дети, закройте дверь. И сегодня мне? Скучно мне. А так не скучно, да? А так немножко скучно. Айналан, хорошо, адам только я думаю, что жанжал тойла, праздник был утро, да, как настроение. Без жирсмы знал, вечно утром здесь, в тюрьме, где хамал утром нам всех. Не сисим баска, чему сосу утр? Предлагаю отметить. В смысле? Ну, проводить старый год. А есть чем? Я ждал этого вопроса. Ага. И поэтому вот. О-о-о! Сен куасың ба?
Я ждал и этого вопроса, и поэтому... Ага. Вот. Одна тебе, другая мне. Ты реально придурок, да? Зато перегору мыть. Убери, говорю. Я фу, тасташе! Прокток, смотри. Куда смотреть? Вон. Видишь? Чебок со сумкой. И чё? Странный тип. Ну, тип как тип идет, наверное, бухать. Не то, что мы. Саламатсызбы. Хара. Ана, может, он хавсын шықпай жүр. Халтасын қарақ бойады. Очередь, наверное. Вон, видел? Пэри. Опа, э! Эх, UFC, Mortal Kombat, FIFA. Может, хватит уже? На, ну поиграйте на сотки. Не надо. Ну, как хочешь. Эх, блин, даже диски не купила. Сележу, как лошара, смотрю на этот джойстик. Да ты не обижайся на маму, откуда она знала? Вот, если бы был у меня папа, он бы купил мне и диски, и приставку. Опять 25. А чё, не так? Сидим с тобой, как дураки. А Ташка этот космонавт. Толку от него никакого. А Ташек не выбирают. Как и пап. Может, хватит уже? Нет у нас папы. Тренер! Каждый Новый год скука. Для меня Новый год чудо. Ага. Телефон есть, чудо есть. Ну, я и без него верила. Вот если бы папа появился, я бы поверила в это. А так, я в чудеса не верю. Алло, мама? Мен жасыл кроссовкам ой, да? Сол жоқ бойында шығымын. Давай загадаем желание. Толку. Они не сбываются. Ну, давай сначала попробуем. Ну и какое? Вообще, я тоже хочу, чтобы у нас был папа. Еще скажи, что он свалится к нам на балкон. А вдруг? Сделай, как я. Да ну, ерунда какая-то. Да сделай. Трудно тебе, что ли? Ладно, ладно. Повторяй за мной.
хочу, чтобы у нас в новом году... Чтобы у нас в новом году... Появился папа. Появился папа. Что это было? Дети. Пойду спать к себе. Что это было? Не знаю, пойдем посмотрим. Ну, пошли. Реально? Ты наш папа? В смысле? Мы загадали желание. Какое еще желание? Ну, чтобы у нас папа появился. С балкона пришел. Ага. Саки, я же боюсь высоты. Саки, вы че, ё-моё? Как тебе? Откуда найдешь его? Я тупой. Вот сюда пошел. В смысле? Боже, следы ведут туда. Пошли. Ну че, Саке, прыгаем? Как? Ну, в вашем случае бомбочка. Эй, ты же... Ну и кто ты? Да, кто ты? Вы кого-то ждете? Мама сказала никому не открывать. Угу. Так ты наш папа? Или чудо опять не случилось, а? Да? Дети, я ваш папа. Я же говорила, чудо работает. Ура, папа! Кто там? Это полиция. Взрослый есть? Чего хотели? Что-то у вас голос детский. Будешь оскорблять? Женщина, откройте, пожалуйста, это полиция. У вас там дома все хорошо? Да иду я, иду. Какого черта менты новогодний день шарахаются? Ну и чего надо? Да, что вам надо? Только праздник портите своим присутствием. А, этот, вам на балкон никто не заходил? Ха, зайдет зайчка с мандаринами. 12 часов ночи. Да, который час? Да зайчика еще полдня. Ну какого черта вам надо, а? Извините, мы ошиблись. Сыны кесірінен ана қылмыскер жеріп алдық. Дұрыс қой, енді кірісідегі қыз осы үйге алып келген жоқ. Е, кетсе! Представь, играешь? Аккаунт в Инстаграме какой? Чего? Ты наше новогоднее чудо. Ну, короче, ты папаня наш. Подожди, Али. Некоторым папам сложно смириться с тем, что у них есть дети. Здесь нужен плавный подход. Так, черт подход. Деньги есть? За дисками быстро бегаешь, а? Какие еще диски? Видишь, он летел нам сквозь вселенную. Он замерз. Ничего не понимает. Может, налить ему для согрева? Вот это хорошая идея. В холодильнике прозрачная. Да, я знаю. Не спать. Ого. И лимон? Он понижает давление. Согласен. За вас.
Вы что, налили? Это корвалол, лекарство от сердца. А Ташке всегда легче после него. Да и маме тоже. Какой к черту корвалол? Это вообще-то Аташкин сок. Аташка? Угу. А где он? В другой комнате. Аташка в другой комнате? Не надо валить. Здесь сумка. Да не надо тебя валить. В смысле? Он ничего не понимает. У него синдром сенильной деменции, а конкретнее болезнь Альцгеймера. Чего? Это когда мозг умирает, а ты еще жив. Вот такой вот парадокс. Ужас. Прям как зомби. Я все слышал. И так времени мало. Ну, нефиг машине краситься. Я же сказал быть готовым. Вообще-то у меня двое детей. И мне нужно было с ними пораньше отпраздновать. Скажи еще. Тазик оливье приготовила там, елку нарядила, да? Да пошел ты. Ну, ладно, что ты не напрягайся. Шучу я, шучу! Знаю я, у тебя дома только бургеры, там, пицца. Шучу, шучу. Ты лучше прибереги энергию и не бухай, ясно? С вашим Аташкой все в порядке? Он с ружьем не выйдет? Да нет у него ружья, как и памяти. Не обращай внимания. Точно? Точно. Вообще, где ты был все это время? Почему тебя так долго не было, пап? Ну, расскажи. Это долгая история. Все началось с Северного полюса. Лапландия, ага. Вот. Оттуда все началось. Накосячили эти мои помощники маленькие. Гномики, да? Гномики, да. Пока летел сюда, там две остановки сделал. Не помню, где именно точно. Потом летел отсюда вот так. Смотрю, знакомое место. Я беру такое, спрыгиваю, да. И все, вот здесь. Угу. А если честно? Как раз гномик звонит. На, сейчас подойду. Салам, Тигран, говори. Бабки у меня. Все нормально, не переживай. Осталось пару вопросов решить. Вечером я тебе скину. Нужны, паспорт мне нужен, Тигран. Я тебя когда подводил? Все, давай, на связи. Явно бегать тұрмайды. Кәсі сұғат, қолотын сайымыз. Сықпайды ол? Сержант, яйца курицу не учит. Понял? Ну, в вашем случае, другая пословица. Аузын, вообще. И че, какая пословица? Ну, точно не курица, как минимум. Куттын кісе. Вон да мынау сыймай қалады.
Ладно, я в туалет. Дурак. Так, дети, у меня есть пару вопросов. Первое. Как вас зовут? Али. Дана. Кроме Аташки, с кем вы живете? Ну, с мамой. Где мама? На работе. Когда возвращается? После 12. Сегодня же Новый год. Ну да, она работает с Снегурочкой. А папа есть? Да. И где он? Ты же наш папа. А, да. Я ваш папа. Что-то скучно. Даже елки нет. Как нет? Есть? Где? Вот, смотри, какая классная. И это, по-твоему, ёлка? Конечно. Ну, наша мама минималистка. И Снегурочка. А давай ты будешь нашим Дедом Морозом. Ага, я согласна с Али. А? Нет. Как дела, сынок? Как новогоднее настроение? Ты что делаешь? Это не настоящая ёлка, это не настоящий снег. Это настоящая елка. Потрогай. Это не настоящая елка. Сынок, ну ты чего? Ну посмотри, какая она красивая. Папа купил эту елку специально для тебя. Не настоящая елка. Ну как же не настоящая? Ты же чувствуешь, она живая. Дурацкая елка. Вы тоже дурацкая. Вы все не настоящие. Ну как не настоящая? Я твоя мама. Я здесь, я рядом. Я настоящая. Где мой Дед Мороз? Где Снегурочка? Я уже им позвонила. Через минут 5 они будут здесь. Опять вранье. Почему же вранье? У Деда Мороза нет телефона, потому что я ему пишу на бумаге. Мамой прав. Заткнись, а. Ты что делаешь? Сейчас полицию вызову. А ну, брысь отсюда! Откуда у вас этот костюм? Мамин реквизит понадобился. Если я Дед Мороз, почему я в этом чапане? Для нас будешь такой Дед Мороз. Необычный. Борода из ваты. Больше ничего не было. И что, я вам такой нравлюсь? Нет. Минуточку. Алло. Балабул, ты вчера мне во сколько сказал бабки поставишь, а? Да мне по барабану на твои проблемы. У тебя 1.5 часа, потом не обижайся. Ты че, вверх ногами это делал? Да не, я так и не сходил. А че? Расхотелось? фу, убери, эй! Очень сильно удивить меня. Ну, давай посмотрим. Здравствуйте. Угу. Здравствуйте, здравствуйте. Ребят,
Почему так долго? Сколько можно вас ждать? Ну, Дед Мороз ждал Снегурочку, и опоздали. И что теперь? Мой сын не любит ждать. Я понравлюсь вашему сыну. Ребят, смотрите, если вы облажаетесь, вы получите только половину. Можете проходить. Готовьте бонус. Да-да. Ну, а вы чего? А, мой выход чуть позже. Просто я застрял. Можете помочь? Ага. Рука застряла. Спасибо. Ну как? Ну ничего, так похож на настоящую. Ну я и есть настоящая. А как докажешь? Ну ты же не заставишь меня прыгать через костер? А что, могу. Лучше не надо. А как тогда? Ну как? Холодные. Я же сказала, что я настоящая. Я шла по сугробам и ухабам, чтобы мы смогли спасти уходящий старый год. От чего спасти? Ну, когда приходит Новый год, старый год исчезает. Ну и что? Пусть исчезает. Так с ним и наши воспоминания тоже исчезнут. Они не исчезнут. Они у тебя есть? Конечно, у всех они есть. Да? И какие же они? Мои мама и папа возили меня за границу и покупали мне все, что я захочу. Как здорово. Знаешь, а ты настоящая. Почему? У тебя красивые глаза. Спасибо. Мам, пап, спасибо, что вы всегда рядом и нашли настоящую Снегурочку. Люблю вас. Вот и Дед Мороз пришел. Ну что, малыш, поможешь мне проводить старый Новый год? Пап, сори, конечно, но сними этот костюм, ты нам психику портишь. Угу. Мы об этом пожалели. Ты совсем на Дед Мороза не похож. Ага. Не вопрос. Так, что мы кушаем? Моя любимая каша. Что, реально любимая? Я ее ненавижу. А почему ты это кушаешь? Ну, я вынуждена эту кашу есть. Что, у вас совсем новогодних блюд нет? Нет. Нет. Скучняк. А давайте я вам приготовлю. Ты что, умеешь готовить? Ну, конечно. Не папа, что ли, я? Ну что, какие продукты есть? Все есть. Ну, давайте, несите. Хосаке, кидись, пожалуйста. Саша, бутылка, я походу, туалет хочется. Кайда гиткин? Оно устамай, коймай ман. До конца. Понятно. Какие новогодние блюда вы знаете? Бургер, пицца. Ну это же не новогодние блюда. Ну и что? Я люблю бургер. А я пиццу. Окей. Так, сделаем так. Это все сюда. Сюда. Дана, да? Убери все это. Хорошо. И достань с холодильника яйца. А я думала, они нужны только утром. Сейчас самое время. Али. Да. Набери в кастрюлю воду. Будет сделано. Внимание, внимание! Всем патрулям! Внимание! Информация всем патрулям! В кафе «Жудас» произошла массовая драка. Срочно вызываем всех!
Сакит, давай, поехали, поехали. Наконец-то туалет схожу, Сакит. Давай. Какой тебе туалет? Вызов у нас. Я за тобой вернусь. Да слышь, Сакит. Я набрал воду. Молодец. Ставь на плиту. Окей. Нужны спички. Где спички? Не знаю. Давай поищем. Эй, обезьянки, у нас вообще-то электрическая плита. Ты прям как мама. А ты в кого? А, да в тебя он. Такой же туповатый, как и все мужчины. Ура, папа, ты слышал? Ты чего радуешься? Я мужчина, как ты. Ненавижу этих детей, а? Достали уже. Все, поехали. Чего ты без настроения, а? Да нормальные дети. Карин, ты мне свой характер не показывай, понятно? Мне довольно счастливая Снегурочка нужна. Работать надо. Все, поехали. Отвези меня к моим детям. Чё-то я не понял. Ты что, меня кинуть решила, а? Перед фактом меня ставишь. Заранее надо было говорить об этом. Или тебе деньги не нужны, а? Я несправедлива к своим детям. Карин, если ты сейчас все бросишь и уйдешь, вот это будет несправедливо. Особенно по отношению к твоим детям. Понимаешь? Давай. Так что соберись, все будет нормально. Хорошо? Поехали. Поехали. Ты че? Саки, кит классный же, ты здесь твой баш. Не вот кузги. Получил немного. Кто тебе так? Дед Мороз, что ли? Бернум, схунжатал, мьютинг, берну отрузам. Только барма. Идиот. Оливье будет? Ну что, как вам Оливье? Во, вкусно. Кушать. Оливье, говоришь?
Вкусно. Кстати, вы мой ингалятор не видели? Нет. Странно. Странно. Прикольно, Наташка. Хорошо, что я не все поставил на стол. Давай, кушайте. Даже гирлянд нет? Нету. И не было. Елки нет, гирлянды нет. Ну, значит, будем исправлять это? Минуточку. Алло. Уже вопрос решил, скоро будет. Дети, надо сходить и купить елку. Ура! Мы пошли одеваться! Я тоже! Так, стоп, стоп. Я за елкой схожу сам. А как же мы? Кто будет выбирать елку? Я выберу самую красивую. Короче, мы тут посоветовались. То, что мы тебя одного никуда не отпустим. Угу. Понятно. План Б. Если поймаете меня, пойдем за елкой вместе. Изи. Легко. Ну, давайте руки. Считаем до 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Папа, ты где? Мы тебя все равно найдем. Ага. Вот ты вот и вот. Нет. Сейчас мы тебя поймаем. Пойдем покупать елку. Пап, пап, а какой подарок ты мне купил? Сынок, ну это же сюрприз. Как наступит Новый год, я тебе покажу. Где ты? Где ты? Сейчас найдем тебя. В чем? Не знаю, сейчас найдем. А вот ты где? Ура, папа! Пошли, папочка. А Ташка? Угу. А где наш папа? Какой папа? Наш папа. Ага. А, у меня в комнате на верхней полке справа лежит. Нет, ну наш папа, который мы с ним кушали. Ага. Нет у вас папы. И не было. Смиритесь уже. Одежда! Алина, ну хватит. Он бросил нас. Торгово-развлекательный центр «Байконур» приглашает всех жителей города окунуться в атмосферу космического шопинга и приятного отдыха. Ежедневно для вас работает продуктовый гипермаркет. Али, ну хватит плакать. Я сейчас сама заплачу. Дана, а может, мы плохие дети? Он вернется. Он же чудо. Я же говорю, что чудо не бывает. А вдруг он пошел за елкой? Все папы нас бросают. И этот нас бросил. Не трогай меня. Байконур.
Вот увидишь. Он придет и принесет нам подарки. Если завтра у мамы будет выходной, то мы пойдем на горки. Или мама тебе купит диски. И ты будешь играть в мою приставку. Да? Подумай о хорошем. Так, я уезжаю на Байконур. Какой еще Байконур, Наташка? Не плачьте. Я обязательно вернусь. Но не скоро. Куда ты? Наташка, стой! Куда? Тихо, дети. Наташка! Да, подождите! Ата, не надо, ну куда вы? Салам алейкум. Алейкум салам. А что, мелко? Цены разные. Какие интересуют? Детям какие нравятся? Ну, это смотря сколько у тебя денег. Черт. Потерял что-то? Аташка. Че, Аташку потерял? Сколько стоит такая, говоришь? Это 5000 стоит. В общем, дети, с Новым годом вас. Где же там Дедушка Мороз? Братан, я тебе как она есть, говорю, ты натуральный Дед Мороз. Оригинал, братан. Слушай, я ж тебя просила не пить. Что ты за человек, а? Братан, one momentus. Это все нам? Да. Как красиво. Спайдермен. Олаф. Вертолетик. Привет, Олаф. Смотри, у меня вертолет. А у меня Олаф. Али? Да. Та-дам! А мне? Тебе же ничего не надо было. Скажи, что ты хочешь. Я мигом принесу. Верни Аташку. В смысле верни Аташку? Он собрал сумку и уехал в Байконур. С сумкой, говоришь? Да. Это чье? Это же Аташкины газеты. Да. Он их собирает. А почему они у тебя в сумке? И мне интересно это узнать. Ну, значит, идем спасать Аташку. Мұнша ауырекші. Қуасың ба? Қайда мұнша? Жұмысшы. Мұнша ше? Кім айтты мұншада қылмыс болмайды деп? Зато рақат кәдімге. Мұншаға түсіп жүріп, парға, душқа түсіп тұрып жүріп қаулайсың. Кайф емес пе? Подожди. Смотри. Старый чек идет. И че? Он как будто потерялся. Пойдем спросим. Да. Как на Байконур проехать? Зам... Добрый вечер. А то вы потерялись? Да. Вон Наташка! Точно! Да. Это он! Давай, давай, побежали! Смотрите, вон! Так, 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 стоп, стоп, стоп! Что? Что случилось? Спасите Аташку от этих монстров. Будет сделано. Не трогайте Аташку. Ну вы кто такие? Мы
внуки нашего Аташки. Ага. А он это подтвердит? По-моему, это мои внуки. У него шининная деменция. Болезнь Альцгеймера. Маза жоқ, Аташки мен бір партия, дот ойнап саматық па? Кумаше. Геймер деп тұрған жоқ па? Альцгеймер, Альц. Какая разница? Я ж просила тебя не пить, ну, где ответственность? Эрин, Романыч. Ты такой тяжелый. Я вообще в адеквате. Новый год. Новый год. Давай, братан. Все, успокойся. Вот же сволочь ты! Я ж тебя просила не пить! У нас еще два заказа! Все нормально. Мы чуть-чуть так пропустили. Новый год же! А ты знаешь, как я тебя дотащила до машины? Я вообще в адеквате. Все контролирую, Карин. Давай, езжай. Следующий заказ. Знаешь что? Я с тобой никуда не поеду. Понятно? Карин. Нет, я не поеду никуда. Ты пьян. Карин, давай ты из себя монашку не строй, пожалуйста. Отыграй свою роль, все нормально. А что, я плохо играю свою роль? Хорошие актрисы Снегурочки не играют. Да пошел ты, знаешь куда. Сидеть. Отпусти мне, больно. Сидеть. Сейчас выйдешь. Ни копейки у меня не получишь, понятно? Все. Поехали на следующий заказ. Аташка. Вы случайно свои газеты не теряли? Какие газеты? Которые у меня в сумке. Ой, на, жадина. Али, да. Оставь приставку, потом поиграем. Давай поможем Дане, угу. Украсим нашу елку. Скоро Новый год. Так, подай, пожалуйста. Вот, держи. А я вам музыку принес. Может, примите меня к себе в компанию? Конечно! Идемте, Аташ. Пошлите. Работает. Thank you.
есіме түсті. Нет, клизма ма? Жоғи, қайда клизма? Шағы екшінде бола. Я ічу. Күндіз барқын квартирға білесім ба? Я ішіне. Солар ғой? Я, солар ғой. Күндіз барған әкесі болды. Әкесі болды, я? Қазір жоқ. Не? Қайықта енді? Он жазда шығар? Құмаш е. Айтпың болса, оны арттазым естіп. Кеттік сұйға. Машинам барамыз. Ты чего делаешь? Все, я больше никуда не поеду. У нас еще один невыполненный заказ. Поехали. Да мне плевать, меня дома дети ждут, ясно? Карина, ни копейки у меня не получишь, понятно? Знаешь что? Да подавись ты со своими деньгами. Карина, сядь в машину! Карина! Карина! Что там? Музыка играет. И? Ну что, зайдем? Нет. Без ордера нельзя. Тупой, что ли? Это шанс нам взять с поличным. А вдруг там нет ничего? Классно, да? Да, как здорово иметь папу. Спасибо, папа. Он вам не папа. Как? Я тоже хочу иметь такого папу. Не поняла, что здесь происходит. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы из проживаете, да? Да, что случилось? Есть подозрение, что у вас дома посторонний. Какой еще посторонний? Что здесь происходит? Забери детей. Дети, что, берем их? Да не. Семейная драма. Поехали. Пошли. Карина. Я тебя ненавижу! Зачем ты пришел? Ты думаешь, что ты нужен своим детям? Нет, ты им не нужен, потому что у них есть я. Мои дети? Да! Это твои дети, которым ты не нужен. Ясно? Пожалуйста, уходи. Как тебе не было 9 лет, так же? Так же исчезни, пожалуйста. Я тебя не бросал.
Почему ты плачешь? Мам, перестань плакать. Я давно не видел внуков такими счастливыми. Ты о чем, пап? Вот и посмотри вокруг. Этот парень внес праздник в наш дом. Он елку купил и мне диски. За это я его зауважал. Иди и верни его нам. Да, мама, верни папу, а? Ну, пожалуйста. Должны были встретиться. Я спешил увидеть тебя. Но по дороге меня схватили и закрыли. И я не мог тогда тебе признаться. Не хотел калечить. И решил отпустить. Сегодня я случайно оказался у вас дома. И поверил в чудо. Надеюсь, теперь ты все понимаешь. Я подарил кольцо, и она выражала любовь к тебе.
А сейчас оно еще выражает любовь к нашим детям. Я даже представлять не хочу, откуда оно у тебя. Пускай будем мы странными и нарушим мы правила, ведь мы живы, мы молоды, кипит кровь. Пусть жаркие ночи будут до утра, пусть мы и забудем, где мы и куда. Помешаны на любви облака, мы молоды, танцуем музыка. Ведь мы живы, мы молоды, кипит кровь.